Со стороны это кажется обычным дурачеством, но в деле крайне необходимо для артиста, чтобы раскрыться, на время абстрагироваться и показать себя на все 100. Богдан Щербаков занимается в студии творческого развития, основанной Константином Хабенским, 3 года. За это время ему не раз доводилось совмещать рассказ текста с физкультурой, но мастер-класс от Петрова, безусловно, стал лучшим опытом. Он очень раскрывает, и все эти зажатости, они все пропадают. У меня был такой момент, когда я ощущал только себя и его. Даже если я не поступлю, не буду поступать на актерское мастерство, на театральный факультет, то это в жизни всегда пригодится, открытость. Подобный мастер-класс сыграл большую роль и в жизни самого Петрова. Будучи студентом экономического факультета, Александр попал на фестиваль любительских театров, где такие же занятия проводили педагоги из ГИТИСа. Тогда будущий артист и понял, это его призвание. Я просто это запомнил на всю жизнь тогда. И тогда у меня было даже не желание, а уверенность в том, что я точно поступлю, и все будет хорошо. Может быть, сейчас и у них, у кого-то из них вдруг человек как-то перещелкнет, и он скажет себе: да, все, я хочу. Мастер-классы и тренинги под руководством известных артистов и ярких педагогов – часть образовательного процесса студии. Ее воспитанники изучают основы актерского мастерства, сценическое движение, речь, хореографию и культуру слова. Всем тем навыкам, которые необходимы не только для актерского мастерства, но и в жизни. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.